этот раз мы можем не успеть! Он опять объелся меду. И честное слово, не понимаю, как это происходит. Я собираюсь попробовать совсем капельку, а потом не могу остановиться. Странный какой-то мед, но вкусный. Все, никакого меда. Правильно, согласен, правильное решение. А зачем вы ключик с собой забираете? Всего капельку. Поскольку изолировать мед от пациента не получилось, считаю необходимым изолировать пациента. Кормежка и прогулки пациента по расписанию. Дежурим по очереди. Откройте! Это насилие над личностью! Вы что, не знаете, что у нас сериал без насилия? Я буду жаловаться продюсером! Неблагодарный, мы же тебя спасаем от самого себя! Так говорят все поработители! Свободу! Свободу! Сижу за решеткой в темнице сырой, скорбленный в неволе орел молодой. Мой грустный товарищ, махая крылом, кровавую пищу клюет под окном. Начальник! Когда завтрак? По расписанию. Стой! Кто идет? Это я, Бараш, пришел навестить Копатыча. Мед есть? Меда нет. Проходи. Копатыч, как ты там? Подкоп почти готов, но силы уже на исходе. Держись, товарищ, ты не один. Как там на свободе? Пока тихо. Это подозрительно. Надо рвать когти. Когда? Сегодня, в полночь, после вечерней проверки. Делай глубокий выдох. Все чисто. Уходим. Нет, подожди. Куда ты теперь, товарищ? Туда, где нет решеток и замков. Туда, где всегда сияет беспечное солнце свободы. Возьми меня с собой, Копатыч. Барашек, мы создадим мир, где каждый будет делать то, что хочет.
Там не будет никаких конфликтов. Мы оставим сценариста этого сериала без хлеба. Ой, барашек. Копаныч, что с тобой? Ой, бараш, мне что-то поплохело. Ой, проклятый мед, мне плохо. Зови всех, мне плохо. Помогите! 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 Что это? Что? Почему похоронная музыка? Господин режиссер, я прошу вас, не делайте этого! Ну, пожалуйста! Спасибо! Спасибо! Помогите! Определенно весь мусор собрали. Вроде бы весь. Давай! Интересно, куда приплывет наш мусор? Какая разница? Главное, чтобы подальше от нашего чистого берега. Море большое. Прощай, грязь! Ёлки-иголки, там какое-то странное пятно. И кажется, оно плывет сюда. Карыч! 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 Что? Что такое? Солнечный удар? В тень, все в тень. Какая тень? Смотри туда! Так. Мамма мия. Это же... Это какие-то машинные отходы. Поздравляю! У нас экологическая катастрофа. А откуда они взялись? Кто-то вылил их в море. Машинные отходы? Так это Пин, наверное, вылил. Как вы могли так думать про меня? Будто я не знаю, как это плохо, когда в море попадает химикалий. Алис капут, все погибает. Как же оно попало сюда? Кто-то где-то вылил, а пятно сюда приплыл. Надо это пятно быстрее выводить, а то скоро здесь все черным-черно будет. Фу! Это уже 15-я ванна! Карыч, как у вас там? Конца края не видно! Кажется, что этой пакости только больше стало! Мне тоже кажется, что пятно растет. Ай, ну откуда оно может расти? Из глубины! Смотрите! Откуда это здесь? Кто-то давным-давно бросает их здесь. Думает, море большое, от пары бочек никому плохо не будет. Ничего себе не будет! Если из бочек выльется вся эта гадость, наша лагуна станет похожа на баночку с буталином. Thank you.
Заставить оставлять! Будем вытаскивать! Цепляйте корабли! Слишком тяжелые. Что делает? Думает. Компрессия! Придумал! Однозвучно гремит колокольчик. Эй, на шхуне! Держись, фарватера! И дорога пылится слегка. Что нам теперь делать с этой гадостью? Утилизируют! Как это? Сжечь! Хорошо горит, канавья. О, точно! Думаешь, мы его найдем? Конечно! Это только кажется, что море большое. Вот он! На самом деле море совсем маленькое. Бесследно в нем ничего не исчезает. Дроби десятичные, так, система координат. Ага, и парабола. Так, здесь функция. И мы идем. Ну что, готово? О, я, да, можно проверять. Эх, давай. Два умножим на три, пи-р квадрат, суммируем. 6 кубометров. Замечательный объем. Друг мой аграрный, вашему огороду теперь не страшны никакие засухи. Это прекрасно. Это просто прекрасно. Я так вам всем благодарен. Протекает! А где-то небольшая дырочка. Сейчас найдем и завалим. Так, светите лучше, любезный. Давайте сделаем перерыв и перекусим. Не надо работать на износ. Тихо, нашел, вот она. Точно. Ну, теперь можно и перекусить. Скажите, а люк у нас случайно не захлопывается? Бесполезно! Он захлопнулся! Ну, кто так делает люки? Я делал по твоим расчетам! Не ссорьтесь, надо успокоиться и подождать, пока кто-нибудь снаружи нас не откроет. Гарыч, ты бы села? Уже глаза болят. Я не могу сидеть, у меня лапы затекли. Друг мой монотонный, вы не могли бы перестать стучать? Я подаю сигналы, чтобы нас услышали. Нас никто никогда не услышит! Нас никто никогда не дает! Я не могу! Я отдыхаюсь! Пустите меня! О, кажется, ежик боится замкнутое пространство. Клаустрофобия.
Солнце цистерну нагревает. Горячо! Больно! Слушайте, прыгайте в другом месте. В каком еще другом? Не знаю, главное, не мне на ноги. Все, больше не могу. Где выход? Выход где? Мне надо выйти. Как ты думаешь, куда мы катимся? По моим расчетам, в сторону моря. Вода соленая. Слушайте, мы же так утонем. Постойте, а чем я буду писать? Да что такое? Осторожнее! Осторожнее! Тихо! Тихо! Хватит придираться друг к другу! Нам всем здесь не сладко! Если мы не перестанем ссориться, нам всем здесь каюк! Мы сможем выбраться отсюда только сообща! Какие есть предложения? Прибой там, нам туда! Разворачиваемся! Ну, за работу! Не останавливаемся! Быстрей, быстрей! Небо. Хорошая была цистерна. Не переживай, починим мы ее. Ну и как мы ее дотащим до огорода? Так, секундочку, сейчас корень квадратный, если здесь разделить. Ага, сообща. Давай! Твой объем, не считая, так сказать, ушей, 8 стаканов. А еще уши! Стаканов на 12 потянут! Итого... 30 стаканов! Растем! Шишки хмеля, листья мяты, корень пустырника. Корень пустырника. Корень пустырника. Корень пустырника. Ну как, получается? Какой ужас! Мы чуть не забыли про лепестки китайской розы! Милочка, секрет любого успеха состоит в точном следовании рецепту. Шаг в сторону, и все! Я собирала эти рецепты всю свою жизнь. Здесь есть все. Рецепт яблочного пирога. Рецепт домашнего уюта. Вечной молодости. Как выглядеть умной. Как выиграть в лотерею. И т.д. и т.п. Ты должна записывать интересные рецепты. И о, со временем у тебя будет рецепт оп, на любой случай в жизни. Оп. А если скажем, мне что-то нужно сделать, а рецепта у меня еще нет? О-а! Надо спросить у меня. Опа! Иначе можно вот такого наделать. О-о-о!
Вот тебе ярчайший пример. Крош и ежик решили принять ванну. Как это делать правильно, сами не знают. А спросить — язык отвалится. Ворожба, ветрянка, вечер при свечах. Ага, вот ванна. А теперь замерим объем с морковкой. Так, во-первых, бур, мыться надо в теплой воде. А во-вторых, добавляем шампунь и взбиваем до пены. В-третьих, в-третьих, кидаем в воду ароматные лечебные травы. И расслабься. Молодца, отдыхай. Как отмокнет, потри ему спинку. Что такое рецепт? Рецепт – это инструкция какого-то момента жизни. Кто-то правильно прожил этот момент и записал, чтобы другие тоже могли прожить этот момент правильно, точно следуя этой инструкции. Ай! О, чем больше всяких рецептов знаешь, тем правильнее живешь. Это вся мудрость жизни. Фу-фу, что-то я устала. Надо немного отдохнуть. Ой! Ой-ой-ой! Что такое? Что ты кричишь, как резано? Чтобы укрепить мышцы живота, гуталин не должен быть сухим? Интересно. О, мои рецептики! Крош! Ёжик! Савуньей! Беда! Что-то я устала. Надо немного отдохнуть. Вот, а потом... Фу! Нельзя! Когда все ее премудрости оказались разрезанными на кусочки, в ней что-то перекипело. И она стала повторять, что устала. И ни на что не реагирует. Что-то я устала. Может, она действительно устала, и ей нужно отдохнуть? Ах, какой замечательный воздух! Как хорошо здесь отдыхать! Надо немного отдохнуть. Нет, ей нужен какой-нибудь особенный отдых. Лечебный. Так, а кто-нибудь знает хороший рецепт лечебного отдыха? Здесь точно есть. Так, теперь... Выбить пыль, не нарушая поверхности ворса! Какого еще ворса? Не знаю, здесь так написано. Что-то я устала. Пыли нет! Хорошо, идем дальше. Поливать каждые 3 дня. Уже поливали. И не забывать удобрять. Уже удобряли. Ага, вот. Хранить в темном, недоступном для детей месте. Что-то я устала. Надо немного отдохнуть. Что-то я устал. Надо немного отдохнуть. Нюша! Я здесь! Возьми новую тетрадь. Записывай. Рецепт хорошего отдыха номер 1. Лечь на травку, раскинуть крылья и лежать, лежать, лежать. Сегодня утром ежик решил сделать зарядку по всем правилам. Правда, не себе, а Крош. Фу, все. Обтирание. Если по всем правилам, то сначала нужно перейти к водным процедурам. Воды! Вот это да! Всю жизнь о них мечтал! Об этих процедурах! Особенно водных! Процедуры водные. Процедуры водные. Обожаю зарядки по всем правилам. Сейчас мы эти водные процедуры на полную мощность включим. Может, не надо на полную? Ух ты! Ничего себе!
Я так их себе и представлял. Эти водные процедуры. Крош, у меня такое чувство, что мы с тобой что-то забыли. Ничего не забыли. Все по всем правилам. Сначала водные эти процедуры, потом обтирание. Водные. Кажется, мы забыли их выключить. Кого? Водные процедуры. Хорошие водные процедуры еще никому не повредили. Такс. Никакого шевеления. Просто сонное царство какое-то. Я всегда говорила: в здоровом теле здоровый... Ух! Нет, это совсем не то. Никакого вдохновения. Вдохновение — это как река. Нет, как струя. Нет, как стихия. Стихия? Ну, конечно же, стихия. Вот оно, ключевое слово. Писать стихи — моя стихия. И день, и ночь пишу стихия. Наконец-то мой лодка совсем готов. Остался один маленький проблем. Зачем я ее строить не на мокрое озеро, а на совсем сухой поляну? Куда? А ленточка перерезать? Ёлки-иголки! И откуда, интересно, все это взялось? Когда стихия на пути, и даже по пути. Запомни правило одно, запомни правило одно. Не лучше не шути. Стихия, беда, держись, деловые чужаки. Да-да-да-да-да-да-да. По-моему, все-таки скачет. Когда стихия над тобой, и даже под тобой. В тревоге крикнуть караул, в тревоге крикнуть караул. Захочет вам любой. Стихия, беда-да-да-да-да. Дела у нас плохие, да-да-да-да-да-да-да-да. Это неправильная стихия. Когда стихия позади, не даже впереди. Звезда всех наверх. Как нападутте сердце вдруг, как нападутте сердце вдруг. Запрыгает в груди. Стихия, да-да-да-да-да. Дела у нас плохие, да-да-да-да-да-да. Где тут у них синие? Огонь, лавина, и вода расступится вокруг. Когда? Когда с тобой надежный друг. Ну, как, все целы? Может, с лыжами помочь? Вот еще. Кажется, пора перерезать ленточка. Можно всем поставить твердую четверку с минусом. А Крошу, я бы даже сказала, нашему спасителю 5. Крош, уникально. Это они мне? Кому же еще? Мне же. Ёжик, вода куда делась? А, это я сбегал, водные процедуры выключил. Камнем обратно. Фу, еле-еле запихал его. Так это что же получается? Это я во всем виноват? Нет, ты всех спас. Ты герой. Крош подумал, разве может герой одного и того же происшествия быть одновременно его виновником? Нет, разве может виновник считаться героем? А ежик ничего не думал, он просто радовался.
наш ежегодный гонка на Кубок пустыни. Целый год все экипажи готовили свои машины к этому дню. Мы видим, как далеко за этот год ушел конструктивный мысль. Новые идеи, новые решения будут проходить проверка в непроходимых песках. Остался совсем немного времени до старта. Итак, 5, 4, 3, 2. Найм, найм, стоп, стоп, стоп! Это есть фальстарт! Поехали! Это был фальстарт! Старт! У нас самая быстрая машина! Кубок у нас в кармане! Главное, о поворотах сообщай заранее! Что? Заранее говори, когда поворачивать! Не слышу! Повороты! Заранее! Чтобы я успел повернуть! Хорошо! Скоро! Поворот налево! Что? Налево! Громче! Поворачивай! О, какое несчастье! Какой сенсация! Главный фаворит сходит с дистанции! На реклама, как всегда, в самом неподходящем месте. Когда я пользовался обычным шампунем, у меня на голове росло невесть что. Вы знаете, что это? По-моему, это лыжа. Ты любишь работать и умеешь отдыхать. Этот мир лежит у твоих лап. И если вы купите эту лыжу сейчас, то вторую лыжу вы получите совершенно бесплатно. Ой, они же разного цвета. А теперь мои волосы имеют максимальный объем. Ты чувствуешь вкус настоящей жизни, потому что у тебя есть он, огурец от Копатыча. За качество отвечаю. Что, что у нас самый тихоходный гоночный автомобиль? Он даже вовсе не тихоходный, а неспешный и безопасный. К тому же можно спокойно смотреть по сторонам. Вон какая красота вокруг. Я бы ехал еще медленнее. Куда спешить? Гонку мы все равно не выиграем. Но все-таки некрасиво получится, если все будут слишком долго ждать нас на финише. Ой. А что случилось? Ну, не знаю. Садитесь к нам, что ли? Машины идут клюв в клюв. После того, как фаворит сошел в дистанцию, стало ясно, что кубок выигрывает один из этих экипажей. Но кто именно, пока ничто не ясно. Укуси меня, пчела! Они нас обходят! Трансформируюсь! О, что это? Кажется, один из лидеров нашел дополнительную мощность. О, май гад! По технической причине наш репортаж прерывается. Мы победители, мы чемпионы. Ла-л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 а
финиш. Да, по-моему, нас ждать не стали. Да, все-таки мы ехали чересчур медленно. Кубок! Этого не может быть! Ёжик! Я же говорил, что мы выиграли! Как, наверное, все-таки здорово быть победителем. Осталось всего какой-то 50 километров. Всего 10 часов пешком прогулка, и мы на финише. All is good. Вот смотри, у нас очень удобная лагуна. Рифов нет, течение спокойное. Если бы ты был пиратом, то стал бы искать что-нибудь лучшее для своих сокровищ? Не знаю. И я бы не стал. Они где-то здесь. Ну и куда это вы собираетесь? За сокровищами пиратов. Ой, не могу, дуралеи, они идут за сокровищами. Ой, держите меня, я падаю. Ой, а вы что, под водой поплывете? Я тоже хочу покататься на этой, как ее, подводке. Подлодке, мест нет. Как это нет? Сейчас уберем весь мусор, и место появится. Найн! Это не я, это балласт. Я буду вместо балласта. Где-то рядом, сокровища где-то рядом. У меня на них нюх. Дай теперь я посмотрю. Я, в отличие от некоторых, делом занимаюсь. Тьфу ты! Фройлен на корабле плохой примета. Там что-то есть. Стоп, машина! Ой,
здесь. Прекрасное место для пиратских сокровищ. Ой, а тут кто-то вещи забыл. Сокровища! Ура! Ура! Быстрей! Отсюда! Быстро! Быстро! А как же? Сокровища! Что это у тебя? Да так, балласт. В пещере нашла. Ёлки-иголки! Нюша! Сокровище-то наше! Это же настоящий пиратский гвоздь! Ёлки-иголки! Вот так всегда. Для кого-то балласт, а для кого-то сокровище. Бывают такие дни, когда весь мир лежит перед тобой, как вкусное пирожное. Все становится ясно и понятно, никаких тайн и загадок. И это чувство всезнания переполняет, словно... И нужно общение, общение. Потому что если ты всю эту мудрость кому-нибудь немедленно не расскажешь, то можно просто лопнуть. Крош! Ёжик! Немедленно идите сюда! А вы знаете, что самовар начинается на «с» и кончается на «ар»? Что если в него влить не простую воду, а газированную, то и чай будет газированный? Что горячий самовар лучше трогать в варежках, чтобы не обжечься? Что надо? А где взяли? Неважно. Ну что вы делаете? Я сейчас объясню, как им пользоваться. Эй, эй, не надо мешать! Ой! Вам крупно повезло. Я сейчас скажу, как сделать самый смешной клоунский костюм. Вы знаете, что клоуны бывают трех видов? Белый, черный, рыжий и... Это водолазный скафандр. Клоун-водолаз? Это что-то новенькое. Предлагаю сделать здесь пару крючков для парика. Да вы что? Я же хочу как лучше. Иди погуляй лучше. Слушайте! Я что, со стеной разговариваю? Я с вами хочу поделиться своим опытом, знаниями, своей сегодняшней мудростью, если хотите. А вы? Ну что ж, вы сами напросились. Вместо того, чтобы с благодарностью пользоваться моим общением, вы непозволительно недооценили его. Я вынуждена вас наказать. Я объявляю вам бойкот! Можно подумать, мне так нужно решать их проблемы. Сейчас набьют себе шишек и сразу прибегут. Нюша, скажи, как? Нюша, скажи, что? Но поезд уже уйдет. Ничего, зато это послужит им уроком. В следующий раз они не будут рубить сук, на котором сидят. Бойкот никто не объявлял. Наоборот, это я всем бойкот объявила. А плохо почему-то только мне. Может, они просто не
им объявлен бойкот. Я с тобой не разговариваю. А знаешь почему? Нашел! А вот когда я была совсем маленькой, я боялась темноты. Да, знаешь почему? Потому что в темноте всегда начинает казаться все плохое, что только можно себе придумать. Например, привидения. Страшно, правда? Так вот, привидения появлялись, когда... Слушай, это невежливо! Я тебе такие вещи рассказываю, а ты? Я тебе тоже объявляю бойкот! Я всем объявляю бойкот! Ух ты, ёлки-иголки, ну наконец-то! Ура, ура! Хопа! Скажите честно, вы мне объявили бойкот? Вы со мной не разговариваете, да? Почему не разговариваем? Разговариваем, просто заняты были. Фу, ну слава богу. Ага, клоунский костюмчик уже готов. А где карманчики? Ой, а куда клоун будет хлопушки засовывать, а? Давайте лучше я знаю как. Я сейчас покажу, как это делается. Я столько читала про клоунов, что знаю про них все. Я вам говорила, что это бывает три вида: черные, белые, рыжие. А почему вы молчите? Я с вами разговариваю. Хотя ладно, молчите, главное слушайте. Бывают грустные клоуны и смешные. Смешные клоуны, не умолкая, видела, шутят, и всем смешно. А грустные клоуны никогда не шутят. Они почти всегда молчат, но все равно всем очень смешно. И небольшие дожди, что, впрочем, только обрадует садоводников и огородников и садоводов. О, боже мой, ну и сказанул. В остальных областях предельно ясно и, конечно, солнечно. Да что такое? И солнечно, конечно. Тьфу. И, конечно, солнечно. Значит, профессор, вы считаете, что урожай с огорода будет более витаминизированный и минерализированный, если оградить посаженную культуру от этих маленьких вездесущих сорняков? Что такое? Брат, у меня здесь огород, а не клумба. Совершенно верно. Что такое сорняк? Опулюс вита. Растение дикое, некультурное во всех отношениях. Ах, профессор, как это вы точно сказали? Вот теперь красота! Ёжик, если бы тебе предложили на выбор немного морковки или хорошее настроение на оставшееся лето, ты бы что выбрал? Конечно, хорошее настроение. Так и запишем. Ёжик отказался от своей части урожая морковки. А если бы предложили немного яблочек или... Яблочек. И много. Оу. Копатыч, ты чего это все цветами усадил? Что мы есть-то будем? Это не я, честное слово. Это сорняк. Всю культуру поел, плющ. Ну, сорняк, держись. Ты сейчас нам за культуру ответишь. Приступаем к силовым упражнениям. Взяли гантели в руки. Подняли, опустили. Вверх, вниз. Дыхание свободное. Руки легкие. И раз, два, три, четыре. Раз, два, раз, два, раз, два, раз, два. Закончили упражнение. А что если это и не сорняк,
а какая-то особая культура. Вот и урожай. А если он ядовитый? Ой, ой, ой-ой-ой, ой, я на минутку. Побежали. Ой, ой, ой-ой-ой, ой, 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 ой-ой-ой. Ядовитый плющ. Продолжаем концерт по заявкам. Это раствор моего собственного приготовления. Для культурных растений он безвреден, а сорняки его, ох, как не любят. А когда же ты придешь тогда, в моем небе ты звезда? Копатыч, смотри, куда прыскаешь! Для культурных раствор безвреден. Извини, честно. Ай, кто-нибудь, помогите! Вот же сорняк разросся. И чем сильнее, тем наглее. Одним словом, некультурный. Есть мнение, что нам эту ядовитую громадину не победить. Ой, опять? Да что же это такое? Я скоро буду. Ух ты! Какое здесь ветрище! Следующая песня в нашем эфире. Они надуваются. Папа, ты! Куда? Ёжик! Пусти, пусти, некультурный! Копатыч! Иду, ползу, лезу, поднимаюсь! Специально для дружеского дела? Контакт! Есть контакт! Яма! Что это? Это апофеоз. Ёжик! Копатыч! Вы куда? Надо как-то спускаться. Честное слово. Поехали! Назад! Не пущу! Ребята! Ну, ребята, вы попали. Твой домик. Твоя тачка. А? Урожай! Диагональный пас на правый фланг. Перевод налево. Налево трассую. Гол! А семечки у этого сорняка вроде ничего. Вкусные. Ой, я на минутку. Никуда не уходите, я сейчас. Так, немного бурбистого натрия, еще пергидроль, начинается диффузия, диффузия пошла, странно, чистый калий циан, так, процесс окисления, ага, жидкость от мозоли на спирту, и немного резинового клея. У тебя умыться можно? Минуточку. Что ты делаешь? Создаю прозрачные нитки. Не понимаю, почему до меня никто не додумался сделать нитки невидимыми? Это же решает целую кучу проблем. Белые, но непрозрачные. Может, добавить железных опилок? Что там такое? Все нормально. Ну, я пошел. Счастливо.
обвалились. Ни у кого воды нет. И Копатыч какой-то странный. Ёжик, ты чего? Ух ты! Я белье развесе, рассуши. Представляешь, мне стали слышаться голоса. А что ты ел? Грушу. Ёлки-голки. Не ешь пока груш, ешь что-нибудь другое. Как тебя так угораздило? Понятия не имею. После того, как я упал в лужу, я пошел к Лосяшу, который что-то химичил. Я там тоже немного испачкался. Слушай, он же делал невидимые нитки. Все, никаких груш. Феноменально, Нобелевка нам обеспечена. Как нам вернуть его обратно? Да, как? Зачем? Для науки он интересен именно в таком виде. Как? Какая наука, елки-иголки? Я что, кролик подопытный? Верните мне меня! Или я от вас убегу! Никуда вы не уйдете, друг мой полупрозрачный. Вы теперь принадлежите обществу. Держите подопытного! Друг мой невидимый, вы не понимаете своего счастья. Это же такое великое открытие. Вы даже не представляете. Вам памятник поставят, станете мировой сенсацией. Ой, что это? Я стал легче воздуха? Феноменально. Это сенсация. Нобелевка обеспечена! Нужно немедленно сфотографироваться. Друг мой! У вас нет ли случайно фотоаппарата? Нам нужно немедленно сфотографироваться. Да что ж за урожай такой в этом году?